Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рай, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Олуха. Ну, опа. Ты посмотри, что мне нашел беззубик, а? Это скальскопев. Вывести. Отлично, пускай он у нас выводится. Так. А дальше что? А дальше мы с тобой собираем наши награды. Так, 125 железа. Давай, наверное, сразу его отправим на поиски еще железа. Да? Так, древоруб. Древоруб, лети за деревом. Так, это не та тыква, которая мне нужна. А где та тыква, которая... Нету. Ух ты. Это груша, это прилив... Подожди, это груша у нас. Это не прилив сил. Так, давай-ка мы посмотрим наших легендарных вначале. Так, корма. Пускай ползет, дальше ищет. Так, ну, тут это она есть. Этот нам руны достает. Плюс 170 тусклого янтаря. Ну и наш главный. Что он мне все эти мячики-то выдает, а? Давай мне что-нибудь другое. Так, ну что, ты летишь за рыбой. Ты у меня летишь за древесиной. Сейчас мы им тут найдем, чем заниматься. Так, давай-ка, наверное, лети. Ты тоже лети. 73, маловато, что-то как-то ты приносишь мне. Ага. Ага. Вот он, хлопчик. Хочет прокачаться, блин, не хватает рыбы, чуть-чуть. Не хватает чуть-чуть нам рыбы. А, никто не хочет мне дать... Рыбы. Да что ты... Мне не это надо. Так, подожди. Ага, по-моему, хватает, да? Блин, не хватает чуть-чуть. Во. Вот теперь... Вот так вот, друзья мои. 112 уровень. Так, сколько же мне еще там драконов? Так, подожди секунду. Сейчас мы тут по-быренькому подкачаем наших малышей. Куда там опять? Что происходит, а? Так, пускай они там идут, все тренируются у нас. Не хватает. Не хватает, ладно, ничего страшного. 230 лямов. Древесину он приносит, прикинь. 230 миллионов за одну заходку. По древесине. Это, конечно, шикарно, на самом деле. А этот у меня до сих пор будет обучаться. Так, а этого я что, опять же не отправил никуда, получается? Ах ты жук. Просидел опять у меня там, да? В засаде. Получается так, просидел втихушку там, довольный. Так, ну что ж, давайте теперь этих, наверное, проверим. Что вы мне дадите? Руны. А по итогу? Ну, тут выбор невелик, либо руны, да, либо тусклый янтарь. Все-таки решили меня тусклым янтарем затравить. Ладно, пускай летит в приключения тогда уж. Что я могу еще сказать по этому поводу? Так, барсик. 12 рун. Хорошо. Лети там. Драконы у нас где-то есть, говорят. Проверь. Сморкала. Ну что, тусклый янтарь, естественно, ребят. Тут тоже выбор невелик. Либо яйцо, либо тусклый янтарь. Догадайся с двух раз, что нам выпадает. Правильно. Выпадает нам тусклый янтарь. Лети. Приключения. Что я могу еще сделать? Так, лопата. Я думал, руны дадут, а видишь, лопатку все-таки подкинули. Так, беззубик, нам надо как-то тебя тоже прокачивать. По большому-то счету, блин, не хватает, ребята, у меня рыбы, к сожалению. Так, Йохан, у тебя там что-нибудь есть? Ничегошеньки у тебя нету. Что бы мне потребовалось.
Так, эти все сидят на древесине, я смотрю, да? Древесина у нас по фулке. Так, слушай, мы же можем... Нет, пока не хватает у нас монет Одина. Но мы тогда давай заберем здесь награды. Нам надо успеть с тобой за 7 дней, за неделю, грубо говоря, получить нужное количество конфет, чтобы мы могли забрать нашу главную награду. Так, 30 рун. Стоит ли тратить, а? 200, 200, 200, 600. Дорого, конечно, все, ну ладно. Пока-пока потерпим, ребят. Давай бесплатно открываем монеты Одина. Так, шторморез, древорубка, столом. Наверное, надо будет еще и рекламный глянуть сразу же. Так, монеты Одина. 50 монет есть, значит, мы с тобой сейчас возьмем рыбы. Прикупим, я думаю, будет самый оптимал для нас. Так, отказаться. Тут у нас пак еще, кстати, не забываем. По-моему, редкий. А, нет, обычный. Обычный. Древоруб, кревет, водорез. И все. Ладно. Ничего с этим не поделаешь. Так, заберем здесь еще награду. И теперь что? Идем сюда. Где у нас рыба? Вот она. Купить. Вот я понимаю, ребята, вот это вот хорошо. Так, кого я хотел? Беззубика, да? Беззубик получает 87 уровень. Теперь можно найти мелкомрака. Понял? И обучить его. Пускай летит на обучение. Мелкомрака можно найти. Только нужен ли мне этот мелкомрак? Вот в чем вопрос. Так, лети, собирай древесину пока. А ты, мелкий, у меня пойдешь тренироваться. 230, блин, я офигею, ребят. Ну, надо как-то его подкачивать, блин. Опа-на. Начать обучение. Полетел. Блин, это мне теперь три железа постоянно будем платить за его обучение. Он мне так дорого обойдется. Ну что, здесь вроде бы все, ребят. Здесь заберем древесину. Излишки, так скажем. И теперь я предлагаю пойти вот на это, ребят, событие. Увлекательные заготовки называется оно. Оно, как ты видишь, ух, на две заходки, наверное, да? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Да, да, на две заходки. То есть, сегодня поиграем, и завтра мы, по идее, должны его пройти. Так что поехали. Что у нас там? О, мелкий ханорик. Ага, смотри, сколько у них здоровья, ребят. Слушай, у них приличное количество здоровья. Жирненькие они. Жирненькие и вредненькие, я тебе скажу. Ты второй раз, что ли, ходишь? Готов. Так, а там кто у нас? Там водорез. Ну, он тоже, ребят, такой жирненький, так скажем. И все почему-то на моего этого, да? На кривоклыка нападают. Ну, вот хочется им понападать на моего кривоклыка. И ничего ты с этим не поделаешь. Так, ладно, мы его уничтожаем. Как-то так. Крутите колесо. И получите 75 миллионов рыбы. Прям, блин, так много, что хочется плакать. Но зато 50 рун, а это уже приятненько. Награда здесь, конечно, не очень, ребят, хорошая. Последняя, да? Это
Два светлых янтаря. Но это никуда, конечно, не годится. Одна из самых, наверное, наихудших наград. Так, кто это у нас там? Клевец, собственно, персона. Смотри-ка. Ё-моё, а что он такой мощный-то? Упс. Ну, мне это не нравится. Ну-ка, давай. Дебафить его. Нифига, он сейчас накупит энергию, как шмальнет по мне. Мне такой что-то расклад совсем не нравится, друзья. Так, он еще и усилился. Он еще и усилился, ты посмотри на него. Жестко. Так, тут две волны? Две. Это у нас злобный змеевик. Дай-ка, наверное, подкачаюсь чуть-чуть. Подкачаюсь, ну, я имею в виду, подхиляюсь. Так, просто легенько так, хоп, пыхнул 266 в минус. Прилетело нам. Ну. Все барсика контрит. Ну, здравствуйте. Давай, прогружись только быстрее, пожалуйста. Очередное колесо крутим и заберем с тобой плод мудрости. О как. Плод мудрости. Ну что ж, двигаемся дальше. Вперед и с песней. Так, это у нас битва за 1500 тусклого янтаря. А музыка исчезла. Слушай, ну по крайней мере у них ХП стало нормальным. А не то, что было до этого. Так, одного ушатали, последняя волна. И здесь два душителя. А, надо было, наверное, с того начать. Ладно, фиксим. Эта волна последняя, так что я думаю, здесь мы разберемся сейчас с ними. Ну, я думал, будет барсика бомбашить. Нет, не стал он почему-то его наказывать. Ох, даже не попал. Ну, давай посмотрим, что нам достанется здесь. А тут достается нам древесина очень мало. Совсем крохи. Так, 1400 тусклого янтаря забираем. И переходим на следующий поединок. Кстати, у нас будет мини-босс еще здесь. А после мини-босса мы с тобой забираем загадочный пак. Вот так вот оно все складывается. Сколько? Три волны здесь. Первый это кто у нас? Хоферсон. Первый, кто нас встречает, это Хоферсон. Так просто он не сдается. На второй волне у нас... Опа, вот этого пристеголового, ребят, надо наказывать в первую очередь. Так, главное не дать ему фаерболами воспользоваться. А этот сородич лаварыга нас не интересует вообще нисколько. Вот сейчас мы им займемся вплотную. Ну, что ты будешь делать? Серьезно? Он поставил на себе щиты. Он думает, что это его спасет. Конечно же нет, друзья. Его это не спасет. И третья волна здесь у нас... Ага, ну я, пожалуй-ка, буду уничтожать кревета. В первую очередь кревета, а потом уже и штормореза. Да кучи приберем. Но сейчас вначале его. Так, поехали. Добивка. Ну что, шторморезик, ты остался у нас один. Зачем я это сделал? Скажи, вот зачем я на него повесил слепоту? Мы могли бы его и так с полтычка разнести. Нет, захотелось мне повыпендриваться, да? Ну ладно, ничего не поделаешь. Очередное колесо дает нам 112 миллионов рыбы. Не очень много, но это лучше, чем 37 миллионов, да? Ну что, ребята, вот у нас и первый мини-босс. Хотелось бы глянуть, кто там у нас. Так, музло исчезло вообще все.
Так, три волны, и это у нас злобные змеевики начинают. Так. О, не-не-не-не-не, парень, не надо. Он уже, ребята, усиление сделал. Прикинь себе. Красавчик Барсик, молодец. Ты знаешь толк по уничтожению злобных змеевиков. Надь, ух ты. Я же думал, сейчас мы его добьем. Так, а здесь, ё-моё, нам надо хиляться срочно, ребят. Или хиляться, или... Или же брать под слепоту его. Я, наверное, возьму вот так вот все-таки. Пускай он разбирается с этим водорезом. А мы сделаем с тобой немножко вот так вот. Ё-простая, ты что делаешь, водорез? Вот это ты даешь, парень. Так, хрумка его. Замечательно. Да как же так-то, а? Блин, он сейчас уничтожит мне. Ну и мы с тобой идем на... Блин, зашибись. Мы идем с тобой вдвоем против вот этих охламонов. Нормально. Сейчас разнесут нас. Так, поехали. Раз, два. Понимаешь, когда у нас есть кривоклык, мы, по крайней мере, можем с тобой слепоту вешать. А тут-то что мы повесим? Тут не получится у нас ничего повесить. Он просто, ребята, нас ушатает. Ты понимаешь? Он накопит 4 энергии, звезданет заморозка, и все, ребята, и пиши пропало. Вот сейчас он это сделает. Первый, кто пострадает, это будет Барсик. Ауч. Сейчас, сейчас влупит. Поганец. Ну вот и смотри. Само собой, друзья мои. Кто бы в этом сомневался. Да ладно. Повезло. Ну что, друзья, крутанем на дорожку колесо. Заберем с тобой 75 миллионов рыбы. И заберем загадочный пак. Окей. Здесь больше нам делать нечего. Открываем пак. И получаем шторморезы, громыля, шепот смерти. Ну и ресурсы, как всегда. Мне хотелось бы узнать, сколько нам еще нужно прокачивать драконов, чтобы мы могли дальше развиться. Так, подожди. Стоп, 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 стоп. Здесь, по-моему, да? Я уже забыл, где у нас 18 драконов. 8. Подожди, разве 18? Не меньше? Это чтобы улучшить великую кузню, нам нужно 112, а там 118. Вы, блин, серьезно? Перейдите в кузницу, чтобы добыть больше железа. Так, хорошо. А где мне посмотреть? Блин, мы же как-то с тобой тогда делали статистику, уже нам показывали. Улучшить. Так, улучшить драконов. У нас 13 в данный момент. Нам нужно 15. Нам нужно 15. То есть в ближайшее время у нас кто созревает вообще? Кто-то же созревает, я же помню. Мы видели. Это не то.
Это не то. 89-й. Так, а ты тоже 89-й. Но мне шепоты, получается, быстрее прокачать. Но шепот один он не прокатит. Надо еще тогда с ним кого-то прокачивать вместе в паре. Это по-любому. Ладно, ладно, ребята. В следующей серии, я думаю, мы с этим вопросом разберемся. Пока событий никаких нету, новых. Это событие мы допройдем завтра. Ну что, друзья, тогда на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.